Итак, недавно я был на острове Хортица и собирал там диких теодоксусов. Меня в одном из комментариев попросили фото их в аквариуме. Ну вот фото, вот видео, пожалуйста. Вот эти тедики, я их как сюда закинул в аквариум, и они, как говорится, не отходя от кассы, сидят тут, скоблят камешки. На камешках очень много зеленых обрастаний, вот видите, они зеленые. Я думаю, им понравится тут обитать. Всего их получилось 11 штук. Я говорил, что буду их карантинить, но я этого не сделал. Сполоснул и сразу же закинул сюда в банку. Посмотрим, как они будут приживаться. Вот. На стекле пока... А вот, смотрите, на стекле они уже начали мигрировать сюда. Вот, на стекле уже их видно. Вот они погнали. Отлично. Даже они уже поехали вот сюда. Вот они, где мох. И поехали на ту стенку, на которой прирастает мох. Там очень много всяких наростов. Я никогда эту стенку не чистил. Благодаря чему мох и, в принципе, прикрепляется. Вот. Все теодоксусы, по-моему, все на месте. Можно даже попробовать сейчас посчитать. Вот тут вот, на этой полянке я их вижу. Вот там возле камня. Раз, два, три, четыре, пять. Пять, да. Тут у нас шесть. Тут у нас шесть. Семь, восемь, девять, десять. И одиннадцатого я видел. Видел, видел. Вот он. Так, как бы его показать? Вон там, вот где я показываю фиолетовой этой палочкой, вот он. В общем, все 11 живы, все нормально, посмотрим, как будет дальше. Как-то раз в этом месте, в реке Днепр я вылавливал теодоксусов, они даже размножались. Посмотрим, что будет в этот раз. На данный момент спасибо за внимание, ставьте лайки, ставьте ваши комментарии. И спасибо за внимание. Всего доброго. Всем добра. До свидания.